Вот, для тех, кто говорил, что здесь песок намывают, на самом деле ничего не намывают, вот его привозят какими-то баржами, и вот такой штукой его перегружают вот в эту огромную кучу. Сейчас вот будет этот супер момент, я так думаю. Сейчас вот он захватывает этот песок. И вот он его тащит. Вот, собственно, вот так вот это все и происходит. Мы обязательно направим это видео в нашу администрацию, чтобы разузнать все-таки, на каких основаниях здесь происходит такой беспорядок и беспредел. А в это время по соседству другую кучу перегружают на автомобили. Вот как это все происходит. Вот такие вот дела. Может быть, это, конечно, ради экономии средств. Может быть, из-за этого подешевеют дороги, которые посыпаются этим песком. Но что-то я сомневаюсь в этом. Просто идет загаживание берега судоходного канала.